Кто там спрашивал, насколько быстро разгоняется бусик? Вот едем 130, груженные под завязку с Лексусом. До города осталось 10. Так, ребятки, для информации. Стоимость проезда от Москвы до Питера почти 500 километров. Дороги вот выходит 1720 рублей. Это большой бусик с прицепом. Как бы, ну я считаю, более чем адекватно. 500 километров проехалось по ощущениям, как соточку просто где-то пропилить. Вот заехали только в Питер. Знакомились, вот это, короче, Мишаня. Мишаня предложил помощь, но было грех не воспользоваться. Дело в том, что в ЕКБ кардан отбалансировать не смогли, поэтому Володя сидит, его откручивает. А пацаны сказали, завтра с утра сделают и привезут нам на трек. В общем, все складывается как надо. Трасса ходовая, поэтому разбить подшипники там на Винтерсе или TTI не хотелось бы. Двинули на Егору Драйв. Даже сегодня заселимся. Пау-шау. Дорога О, лужа местная какая-то. Здравствуй, Егора. Добрались. Шау-фау. Сейчас вот здесь тачку мы скинем. Ребзики, мы заселились. Хозяева дома вообще адекватные люди попались. Говорят, ну слушайте, ребят, что вам где-то ночевать непонятно где. Приезжайте, заселяйтесь с сегодняшнего дня. Холл. Погнали, покажу, что к чему. Паунч. Вот такая он. Лайв-зона. Пау-фау. Ну, по мне так уже пойдет. Пацанчики там уже мясо делают. Второй этаж. А ты что, себе ходишь, комнату выбираешь? Да. Слушай, ну вообще пойдет. Так. Что, Сережа? В нарядной футболке и мясо жарить. Ну, что за человек? Так, у нас сегодня чевапчичи, шашлычок. И Санек уже здесь грибосики, шампиньончики забодяжил.